Работаем с мужиками. КамАЗ затормозил. Ну-ка, ты... Просто жопу смяло потихонечку. Сегодня в 10 часу утра и Каменске-Уральском на перекрестке Октябрьская-Суворова маленький Hyundai Accent добровольно и целенаправленно залез под значительно более крупный КамАЗ, груженный песком. А он просто медленно его смял. Кто это? Вон тачки, что снимаю. По картинке с уличной камеры видно, что акцент катился по Октябрьской в среднем ряду, в котором при повороте налево на Суворова выстроилась небольшая пробочка. Дабы ее объехать, то есть обмануть судьбу, пилот Hyundai дернулся в правый ряд, но, видимо, не посмотрел направо. Ни в окно, ни в боковое свет мой зеркальце. В сети, в комментах, кое-кто намекал, что, дескать, слепую зону никто не отменял. Но это ж какой должна быть слепота, чтоб не заметить средь бела дня огромный оранжевый КамАЗ, надвигающийся сзади справа. Короче, так или иначе, акцент выполз в правый ряд ровно перед носом груженного грузовика. И тому ничего не оставалось, кроме как медленно сплющить ему правый задний угол. Как видно, оба пилота вышли на дорогу рулиться. Типа кто кого подрезал, кто кого не заметил. Значит, замес обошелся без жертв. Зато все поучительно, зато все в кадре.